Добрый день, Сами. Очень рада вас видеть здесь. Меня зовут Наталья, представляю сайт «Москва-Баку». Вы приезжали когда-нибудь в столицу Азербайджана? Да, бывал. Я снялся в роли таксиста в клипе одной популярной азербайджанской исполнительницы. Эта милая девушка мне невероятно нравится. Передаю ей огромный привет. J'ai fait un gros bisou à l'Azerbaïdjan et à cette femme. Tout Bakou, on embrasse l'Azerbaïdjan et on espère bientôt retourner en Azerbaïdjan. Что скажете по поводу местной кухни? La cuisine française. Normal. Я собираюсь скоро вернуться в Баку, чтобы встретиться с людьми и обсудить мое участие в съемках рекламы для одной азербайджанской компании. Des gens pour des futures publicités avec des compagnies d'Azerbaïdjan. Et je pense qu'у меня будет неделя в запасе. Достаточно времени на то, чтобы погулять и насладиться азербайджанской кухней. Et qu'est-ce que vous faites là-bas? On part, on va rencontrer des gens pour le travail pour des films publicitaires. Voilà. Des gens qui sont intéressés avec mon image pour le travail, pour leur compagnie. У вас сейчас прекрасная возможность передать привет Азербайджану. Oui, Мой большой привет Азербайджану. Хочу обнять весь Баку. Nice to meet you. À bientôt. Bon joyeux Noël. Так что привет и до скорых встреч. Merci beaucoup à vous. Merci.